Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Антон. И сегодня у нас видеообзор на Lego Bionicle, артикул которого 707-87, под названием «Таху, мастер огня». Начнем наш обзор. Начнем, как обычно, с коробки. Коробка у нас не очень большая, необычной формы. В левом верхнем углу логотип Lego, Lego Bionicle. В правом верхнем углу новый логотип Bionicle 2015 года. Сам Таху против черепа. В нижнем левом углу артикул. Возраст по сложности сборки 8-14 лет. Перейдем к задней части коробки. На задней части коробки у нас изображена комбо-модель со стражником огня. Вот она, золотая маска и небольшой комикс. Итак, перейдем к инструкции. Инструкция открывается у нас как книжка. Вначале у нас тот же комикс, как и сзади, как надо правильно собирать, и дальше идет сборка, и заканчивается все у нас на на 33 странице. Тут детали изображены, какие в наборе. Логотип Bionicle, большая часть Bionicle против черепов. Комбо-модель. Эту комбо-модель можно найти на сайте Lego. На задней части выигран набор Lego. Итак, перейдем к самому набору. Сам Таху. Я ему одел золотую маску. Вот он так выглядит. Также у него есть механизм вращения сзади. То есть вот. Просто ставится и вертит. Просто здесь механизм. У него есть сменная красная его маска. Я одену на данный момент золотую. Ноги его мощные обделанные, мечи, которые могут трансформироваться в его доску, на которой он ездит по плану. Сейчас я вам покажу, как он выглядит в красной маске и в маске черепа-паука. Вот красная маска, вот как он выглядит в красной маске. И теперь как в маске череп. Создается более устрашающий вид маски черепа. А переделывается все в скейт, в доску его очень легко. Снимается. Снимается вот. И скейт готов. Вот как он выглядит. И вот на эти две штучки ставятся его ноги. Как-то это так вот все выглядит. Вот я поставила ногу. Он пока без маски. В принципе, по набору все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.